Новочебоксарску 58. Праздничные торжества в городе Спутники прошли в эти выходные. Жителей муниципалитета приехал поздравить и глава Чувашии. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. Строим будущее Чувашии! Строим будущее России! Когда мы вместе, мы всегда побеждаем трудности. В единстве наша сила. Когда мы вместе, мы непобедимы. А вот так местные жители признаются в любви к родному городу. К 58-летию здесь подготовили грандиозное шоу об истории Новочебоксарска. Наш город есть, а в нем есть ты и я. Новочебоксарск! На большом экране хроника строительства ГЭС и Химпрома, благодаря которым здесь и появился город. На центральном стадионе песни, танцы и парад машин ровесников муниципалитета. Я, пожалуй, отпущу попутный ветер и осталось навсегда. Город Спутник развивается динамично, и это отмечают его жители. Город на самом деле процветает. В каждом почти дворе построены спортивные площадки. Мы каждую опробовали как спортсмены, естественно. И, конечно же, нас поражает чистота этого города и уют. Все улыбаются и прекрасно проводят время. По-моему, это здорово. Интересно было сегодня в городе? Очень. Да, не устали? Нет, мы приезжие. Ну, здорово. Приезжие? Да. Откуда? Можно. К празднику в муниципалитете благоустроили дворы и отремонтировали дороги. Из бюджета на эти цели направили многомиллионную сумму. Продолжается модернизация городской больницы, наметился рост инвестиций, улучшаются демографические показатели. Местные власти реализуют эффективно и национальные проекты. Нашему городу ежегодно выделяется более 1,5 миллиарда рублей. На эти средства ремонтируются дороги, дворы, больницы, школы, детские сады. Сегодня на площадках города реализуются федеральные и республиканские программы, направленные на благосостояние, комфортное проживание его жителей. Глава региона отметил, что поддержка инициатив муниципалитета будет увеличиваться и дальше. Развивается экономика, развивается социально-культурная сфера. Улучшается социальное самочувствие горожан, как было 5 лет назад, как было 10 лет назад, как сегодня меняется облик города. Я это ощущаю по разным вопросам. Самая главная задача наша – воспитать достойное молодое поколение. Среди горожан в этот день стало больше и заслуженных работников. Передовикам труда глава Чувашии вручил госнаграды. Дмитрий Ковалев и Игорь Зверев. Республика.